что, бабушка не выздоравливает? Нет. А родители твои что? Работают. А кто они у тебя? Водолазы в Африке. Очень далеко. И ты все сама? Молодец. Говори, чего тебе? Значит, порошок за 30 рублей. Угу. Значит, крупу вон там. Так. И рожки макаронные. И сколько вафли стоит? Так, вафли, сейчас посмотрим. 15.40. А, тогда не надо. 3 банки сгущенки и костей кило. Сейчас сделаем. Сергеич, Вискульт, привет. Сергеич, реально помираю, но реально пустой. Выручай, Сергеич. Кука, давай этого дяденьку вперед отпустим, хорошо?